Всем привет, с вами снова я, Макар, и сегодня Алиса будет делать сэндвичи. Ну что, поехали? Вот такие вот у нас хлеба есть. Ну что, запускаем Алису? Алиса, скажи число от 1 до 3. Выпало число 1. Ага. Хорошо. Че, берем вот этот вот хлеб. Че, вскрываем? Второй раунд у нас называется светлые соусы. И теперь... Так, включаем Алису, так. Алиса, скажи число от 1 до 3. Число 2. Число 2, ничего не подкручено, число 2. Так, теперь надо помазать сырным соусом. Мажем. Так, теперь... Размазываем. Третий раунд. Красные соусы. Гранатовый, болгарский и томатный. Алиса, скажи число от 1 до 3. Число 2. Значит, число 2. Итак, размазываем вторую половину нашего хлеба. Так, размазывайся. Четвертый раунд. Называется овощная начинка. Огурец, маринованный огурец, помидор. Спрашиваем Алису число от 1 до 3. Алиса, скажи число от 1 до 3. Число 1. Огурец. Огурец. Отрезаем сначала попки. Так, раз, два. А теперь уже нарезка. Раз, два. Если что, я не повар, я не умею резать огурцы. Накладка, накладываем сюда. Сюда. Пятый раунд. Микс овощей. Корейская морковь, укроп и пекинская капуста. Пусть Алиса выбирает. Алиса, скажи число от 1 до 3. Выпало число 1. Вот это вот. Шестой раунд. Сырный. Первый сыр тильзитер. Второй сыр гауда. Третий сыр сиртаки. Ну что, поехали спрашивать Алису, какой надо продукт класть. Алиса... Говори число от 1 до 3, от 1 до 3. Число 2. Выпал сыр гауда. Гауду мы кладем вот сюда. Кстати, такие сыры используются в чизбургерах в Макдональдсе. Только они расплавленные. А эти сыры, они не расплавлены. Так, сложим сюда. И вот это вот сюда. Седьмой раунд, мясной раунд. Сервелат, ветчина, окорок. Спрашиваем Алису. Да. Алиса, говори число от 1 до 3. Число 1. Мне выпал сервелат. Спасибо, Алиса, спасибо за такой вкусный колбасу. Спасибо за доверие. Обращайтесь. Алиса, спасибо за сэндвич. Я думаю, он очень вкусный будет. Ну, до завтра. Я хочу к своему сэндвичу напиток. И поэтому мы проведем сейчас еще дополнительный 8-й раунд. Так... Алиса, скажи число от 1 до 3. Выпало число 1. Кофе. Спасибо, Алиса, за кофе. Приятно иметь дело с вежливым человеком. Вот, приготовился наш кофе. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Прожимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока! Mmm!